Доброго времени суток всем опять, дорогие друзья. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие подписчики, ну и наши уважаемые гости канала. Решил прокомментировать еще два боя. Все остальные видео, наверное, пойдут в записи игры команды, если это команда, либо в игре прям сразу в процессе, если это играет один игрок. Два реплея. Первый Шлифан, мистер Саныч, против него Салим, Сталинград и ZK-42. Разумеется, это блицы на 10 уровне. Должен быть хороший бой, посмотрим. А, ну да. Здесь Острослов у нас и Балагур команде, товарищ, который на Макленбурге, за словом в карман не тянется, языком метет, как бритвой режет. Давайте посмотрим на эту игру. Тут что-то пытается ему отвечать Метр Саныч на реплики. В общем, обычная ситуация, обычной, очень насыщенной, динамичной игры в блицы на 10 уровне. Посмотрите, как и красиво идут игроки. Наполи, Макленбург и Саныч на шлифане. Мистер Саныч 7 на шлифане. Здесь особо мудрить не приходится. Лодки большие, карты маленькие. Приходится играть просто и без затей. Сталинград маневрирует налево. Видимо, пытается что-то изобразить, но сейчас, видимо, немножко получит в бок. Мистер Саныч ему добавляет. Или пытается добавить. В общем, с двух залпов, двух линкоров ни хрена со Сталинграда не сняли. Наполи включает тормоз и пытается стрелять по Сталику. Ну, стреляет получше, чем стреляли линкоры. Сталик зашкирился за островом. Ну, потихоньку с него что-то начинают вынимать. Прекрасный ход Салима. Просто грех не воспользоваться. Посмотрим на результат. Ну, не бог весть что, но пятачок с небольшим прилетело. Торпеды, вот... Наш прекрасный эсминец, вернее эсминец противника, хорошо выстрелил и попал двумя торпедами в нашего Острослова и умника на втором линкоре. Так, что здесь по Салиму? 54 НСО к вам. Ну, у Салима проблемы, хочу сказать. По мистер Санычу накидывает из дымов эсминец. Наполи совершает какой-то непонятный маневр уклонения. Атакует в противоположном направлении. У некоторых игроков это бывает. Так, что у нас? Так, откатились, выстрел. Тоже 4,5. Не бог весть, что еще раз говорю. Ну что, Сальма надо забирать, я думаю. ПМК по нему работает. Да, мистер Саныч плюнул на него. Сталинград мутит, крутит. Все-таки в приоритете Сталинград будет у нас. Да, Сталинград. Так, хорошо спрятавшийся. Получает на двадцаточку в носопырку. Ой-ой-ой. Так, мистер Саныч сбрасывает два веера торпед. Посмотрим за результатом. Острый, очень острый угол. Раз, два, три. Ну, в принципе, неплохо. Салим идет в порт. Хорошая динамичная игра. Эсминец у противника играет как бы ниже хорошего. Надо давить эсминец. Это у нас ZK-42.
такой мерзопакостный эсминчик, в моем понимании. Да, ребята переключились на фугасы. Зетка доживает свои последние секунды. Да. В порт Зетка уходит в порт. Что там по результатам? Давайте посмотрим. Почему-то не вот опыта почему-то мало получается. Не знаю почему. В общем, всем спасибо. Кому понравилось, лайк, подписочка, небольшой ехидный комментарий тоже приветствуется. Спасибо. До встречи.